Всем привет! Очередные пустые баночки уходовой косметики. Итак, два бальзама питания для волос от бабушки Агафьи. Два мыла, которые я использую для тела, для ног и так далее. Кстати, крымское мыло закончилось очень-очень быстро. Оно буквально таяло в руках. Два шампуня, несмотря на то, что слева баночка была не от шампуня, в ней был шампунь. И так как она у меня уже давно, я ее выбрасываю. Один гель для душа Dolce Milk. Со скрабами для лица у меня все намного лучше. Целых 4 скраба закончилось. Это очень хороший результат. И вот такая мицеллярная вода от Эйвит. Там чуть-чуть осталось. Там буквально на один раз. Я сейчас, сегодня вечером буду смывать макияж и ее закончу. Вот такие вот пустые баночки у меня получились.